Привет, народ! 15 сентября сегодня 2023 года. Джесси наступил на Джесси. Закончил обшивку углов, окон. Начал обработку антисептиком. На два раза вроде покрасил. Потом этот ОСБшка отличается. Сейчас уже не та, которая была в том году. Вот, которая на окне, это прошлогодняя. Она более качественная, чем вот эта. Даже видно. Ну ладно, что было, то и купили. Потому что сейчас с этим стройматериалом какие-то проблемы. Шпаклевки так и нету. Вот этой, которую я закупил. И хорошо я купил. Ее нету. Когда будет, неизвестно. Ладно, сейчас доделываем. Докрашиваю вот эти косяки. Откосы. Септиком. Утепляем фундамент там кое-где. Вот это надо поменять. Это и все, зима уже. Вот он, септик. Вот такой это септик. Фактор. Ну, не знаю, если он... Вообще хотели коричневым, чтобы у нас были эти откосы, а он какой-то все равно светлый. Вот это покрашено. Ну, здесь доска, сороковка на два раза покрашена. Видите, вчера. Все равно не тот оттенок. Думали, как какой-то будет шоколадный коричневый. Ладно, все, пойдемте выгоним баранов и будем продолжать сейчас стройку нашего дома. Надо еще отопление. Отоплением посмотреть. Запускать скоро надо отопление. Вот смотрите, какое у нас туманище. Это еще уже прошел. Где моя помощница? О, моя помощница уже стоит. Ждет овечек, чтобы они туда не убежали. Где моя помощница? Потому что один раз овцы побежали. Короче, еле я их загнал назад. Это было капец. Они же дорогу не знают. Назад, блин, хорошо люди помогли. Там на машине их загнали. Я их назад еле-еле провел. А так вообще было бы капец. Да, так бы они потерялись, поэтому сейчас у меня стоит вот помощница, сейчас мы будем загонять. Собака-бегемот. С дочкой играется. Выше дочки, наверное, в два раза. Это Джесси, Джезефиня. На задних лапах она выше меня. Если встанет. Вот мои певцы кричат. Какие-то пролетные птицы. О, я даже понятия не имею некоторых, что за птицы это. Он здесь крутится. Сейчас очень-очень много птиц перелетных. Подсолнух вот так поедается. Попугаями. Манька, пошли. Манька. Так, ну все, пошлите. Ма, Маня. Что, не пойдете гулять? А, ты только меня услышала. Идем отсюда. Пойдем, моя хорошая. А, это главное у нас. Все равно пойдет, все остальные за ней. Давай, пошлите. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, давай. Зерно не есть. Попугайное. Видите, как они иногда быстро бегают. Оба-на. А там у меня он заградотряд лежит, стоит. Жозефиня, чё, Алиночку охраняешь? Забежали, видишь, как они тебя испугались, чтобы туда не ходить. Чё они испугались-то только? Вроде все свои. Все, вставай. Джесси. Вставай, все, загнали, молодец. Давай, подъем. Джесси? Джесси. Ты что, здесь будешь лежать теперь? Вставай. Джесси. Джесси. Давай домой. Ну давай, иди, иди, сейчас придет, сейчас встанет.
Давай, вставай, иди домой, Джессика. Джесси? Так, сейчас вот, ну-ка, пока Джесси лежит, что за птички? Зяблики. Или юрок, или зяблик. Не фокусируется. По-моему, юрок это. Ну, вот откуда юрков я, например, в Сибири не видел. Юрки. Все, побежала. Алина, дверь закрой там. Пошла за дочкой. Крапивы еще вон. Навалом еще все зеленые. Овечки ее хорошо едят. Это вот она наша новенькая. Каштановая красавица. Все, вот после укола в себя пришла, обработки копыт. Все, главное говорю, устранить вот эту причину. И дальше животное уже будет расти и радовать хозяина. Главное, чтобы бараны не стояли в сырости, чтобы земля, где они, например, ночуют, живут, там надо быть, чтобы было всегда сухое у них, потому что очень нежные копыта. Даже если слой подстилки, ну, чтобы, ну, был он сухой, не в этой жиже, блядь. Когда они стоят по колено в грязи, спят в ней, и это очень плохо. Там и баран не растет, и нифига ничего не получается. Когда животные, ну, в хороших условиях, они хорошо себя показывают. Вот он, смотрите, курдючок какой. Ох, это будет какая. У нас племенная Ярочка. Как-то ее сейчас вот надо будет мне какой-то фартук ей одеть, что ли. Потому что барана скоро буду подпускать к этим. Ее надо как-то мне уберечь до следующего года. Ладно, все, они ушли в заросли. Пускай пасутся вечером. Часов 5-6 погоним их домой. А сейчас пускай кушают. Погода хорошая, пасмурно, не жарко, не холодно. Мошки нету. С удовольствием будут кушать целый день здесь в заросли ходить. Вот они, мои красавцы чернохвостые. Двое. Вон тот самец, который воркует. Вон тот. И вот этот пескун, короче, их не было двое суток. Где они были, что они были, как, я думал, уже копча разобрал, весь двор облазил, все обыскал, блядь. Нету, а потом появились вот этот и вон тот, который там воркует, он к баранам зашел. Завтра, вчера списывался с одним голубеводом, оказалось, что он с Монголии. Он должен завтра до меня приехать. Яйца гонит. Приехать хочет купить вот этих павлинов. Если я его правильно понял, очень тяжело общаться. Я смотрю, он как-то пишет это. Ну, не так, как оказывается, через переводчика, как я понял. Но там, вы сами знаете, как переводчик переводит. Ихние слова на наши, у них... По-своему этот обозначает слово у нас по-своему. Ну, как я понял, он едет с Монголии купить у меня голубей. Все, вот завтра должен приехать на поезде. Здесь, по-моему, яйца. Или нет? Что-то я не вижу. А нет, просто греет. Вон там яйца, да. Там сидит, ладно, не будем пугать. Пойдемте посмотрим. Баран. Вот я им даю вот такое ведерочко. Не знаю, наверное, литр дробленки или овса, или ячменя утром и вечером. Вон он, тот мужичок. У того аппетит даже больше, чем у вот этого бегемота. Давай, идемте. На. Вот этот дробленку не ест толком. Мелкий, видите? Мелкий жрет все, вообще все. Да иди ты кушай, не выпендривайся, а. Фу, пыль какая, блядь. Надо смачивать. Этот может быть уже масса. Ну-ка, покажи свою грудь. Здесь еще... Нет, он еще растет. У него еще... Здесь нету складок.
скоро тебя поведем к самкам. Я их двоих отпущу к ним. Я думаю, вот, вот не будет обгуливать вот этот. Ну, посмотрим, ладно, буду следить. Главное, мне надо спасти вон ту Ярочку от него, чтобы он ее не обгулял. А остальные пускай обгуливают. Ему где-то вот сейчас полтора года. Он сейчас в таком, в рассвете сил. Прошлогодний майский ягненок, он в мае родился, что получается, май, год, раз, два, три, четыре, ну, год и четыре месяца ему. У него только поменялись передние два зуба. Этот, ну, 3,5 месяца вот этому дзюбанчику. Он какой, какой-то молочный цвет. Больше красный, как бы. Ну, когда шерсть обрастет, он будет красный. Но. Ладно, все, пускай. Да не выпендривайся, вот, блин. Территория. Вообще наглый становится. Он, блин, сейчас через год вообще дерзкий будет. Ну ничего, мы ему дерзость его выбьем с его головой. С ними надо жестко. Вот он шланг, если что. Пару раз по тыкве заехал, и все, и дурость проходит на неделю. Просто потом забывается, надо напоминать, если он дерзит. И все нормально. Все знают свое место. По отношению к хозяину. О, курдючок, смотрите. Вот это будет у нас барашка. Тут-то, ладно. Сейчас травы дадим. Так, здесь траву я им кашу. Вон там у меня, где сенокосы стоят. Вот трава зеленая. Заношу, чтобы, потому что, видите, туман сильный. На улице она будет, ну, влажная, мокрая. А здесь сейчас сухая трава высшего качества. Все, уже у нас ничего не растет, потому что уже по ночам, ну, плюс 5, плюс 6, уже прохладно, трава уже это не растет толком. Сейчас покажу. Ну-ка, у этого все равно не такой. Угу. Такой правильной формы. Видите. Иди ешь. У этого. Ну, воду сейчас перевернешь. Ну, это курдюк хороший, но он все равно не тот, не настоящий, как бы. Курдюк чуть неправильной формы. Нету разделения. Он цельный идет, вон. Видите? Полувисячий. А у того он прям такой. На две половинки делится, разделение стоит. Это будет наш племенной. Его уже на племя 100% оставляем. Сейчас этот говорю обгуляет и посмотрим, решим его судьбу. Или на мясо отправим, или посмотрим. Уже, думаю, 80 кг он весит. Живой вес. Что-то им семечки попугаем, походу, не нравится. Ботва свекольная. Смотрите, как они ее грызут. Он стебли именно. Именно вот толстый стебель. Видимо, сладкая или что она. Блин, ближе подходишь, боятся. Здесь еще охрана здесь сидит. Вон, нюшу возле них. А на них вообще ноль внимания. Ну и воробьи никто не подлетает. Там корма возле нее. Смотрите. Она еще тот охотник. Видите, вот. Ноль внимания на нее, уже привыкли. Видите, как свекло. Капец, они ее, конечно, грызут. Блин, с той стороны лежит. Сейчас подойду, улетят.
сейчас с той стороны попробую обойти, если не взлетят. Сейчас синицы к сетке, на сетку падают, смотрят на клетки, на сетку. Что-то попугаи зашуганные стали какие-то. Свеклу, видите, облепили. Ну что, мы никуда не идем. Бараны уже пасутся. Куда ты меня зовешь? Куда пойдем? К баранам, что ли? Вот она же зовет меня. Иногда прям приходит, зовет, за ней идешь, ведет куда-то. Вот ну-ка пойдемте ради интереса. Куда она ведет меня? Давай, пошли, показывай. К баранам пришли. Куда? Дальше. Чё? Ну, пойдем куда дальше? Сюда? А чё здесь? Чё здесь, муж? Сюда она пришла, ты меня привела? Или дальше пойдем? Пойдем дальше. Ну, на сеновал пришли. Чё, давай показывай. Чё здесь? Ай, молодец. Ты здесь охраняешь сено? Анюш. Чё пришли? Вот приводит иногда куда-нибудь. Вот не знаю, что она вот привела меня. А ты спать пришла, да? Я чтобы я пришел тебя по это. Массаж себе подел. Ты на сено спать пришла? Анюшенька. Да, ну все, лежи тогда, я пошел. Привела меня. Сама спать легла. Вот засранка такая. Вот дикие семена проса. Гибриды его вообще уплетают. Рыболов. Попугаи. Птенец вылетел. Только что, видимо, еще весь какой-то зашуганный сидит. Да, только вылетел. Спрятался. Птенцов очень много в гнездах. Смотрел на дня. Ну, есть и французы, есть и много хороших. Сейчас опять массовый вылет будет, я думаю. Птенцов 50, наверное, сейчас скоро вылетят с гнезд. Орлы. Над домом. Тоже перелет, пролет. Полетели орлы на юга. Наверное, возле на курей моих смотрят. Крашу. Инсептика. Овечки пришли, все, попасли их. Где третья? Вас же четверо было. Ой. Ваш, да? Где четвертая? Там, что ли? Короче, приезжали сейчас. Приехали с Монголии. Голубеводы. Трое человек. Павлинов. Всех забрали. Говорю, ладно, они начали. Давай, давай, еще голуби есть, давай заберем. Ну, я говорю, ладно, забирайте, потом себе еще возьму. У нас нет, тяжело, конечно, разговаривать, но... Все, павлинов тоже всех забрали. Теперь я вообще без голубей остался. Даже с яиц. Я им говорю, на яйцах сидят. Я говорю, яйца вот. Нет, блядь, давай заберем все. С Монголии приехали из-за двух голубей. Ну, один более-менее разговаривал на русском. Давай все заберем. Мы думали побольше голубей.
Баранов увидели, говорит, давай баранов прием потом заберем. Я говорю, не, бараны не продаются у самих. Он говорит, там у нас этот, они такие небольшие. Наверное, какие-нибудь местные. Че? Все? Все, дамы? Без голубей сидите теперь одни. Это ваш полностью собственный баранник теперь стал. Как-то так, народ, все, голубей нету. Я занимаюсь. Ну, нашли, молодцы, номер. На машине приехали. Номер монгольский. Доехали. Вчера вечером с это... Что-нибудь, блин, сколько? Наверное, 1002. Ну, а может, где-то здесь были недалеко. По-моему, от Монголии до нас 2000 километров. 1500-2000. А может, и приехали. Ладно, пошел я заниматься нашим домом. Я с этими лесами, вот с этими, хожу в этом году, это капец. Это, ой, блин. Сейчас Эльмира на работе, сынок, на учебе. Какого-нибудь соседа надо просить, чтобы передвинули, если сосед есть. А если соседа нет, то надо разбирать. На этом углу собирать. Уже честно, уже чуть подустал я от этого ремонта. Ну ничего, ладно. Ладно, сейчас достроим уже все. Будем уже спокойно заниматься хозяйством. Ладно, народ, спасибо за просмотр. У нас... А, вот Сазаридзе пришел. Король. Наш здесь. Котовский король, блин. У нас закат. На днях поеду за сеном. Надо в деревню съездить. В воскресенье, наверное, за сеном поеду. Сено пару рулонов. Ну, сколько в машину влезет, столько привезу. Вот здесь. Вот здесь поставлю поддоны, сено вот здесь сложу, кучу рулонов, наверное, 6 я привезу на зиму своим овечкам. И хватит этого. Так что вот такие вот на сегодня дела. Попугая уже сейчас пойдем. Светом включим. Вот еще один. Видите, массово начали птенцы вылетать. Вот француз. Еще и пощипанный родителями. Одно гнездо, зараза, щипает птенцов, сволочи. Ладно, народ. Нюшенька. А вот Нюшенька, все, короче, со мной. Жесть на цепи, потому что она чуть не съела этих мужиков. Капец она на них прям. Знаете, я такую агрессию никогда не видел. Как она на них кинулась, она аж в меня швырнула. Я ее держу, а за цепь она на цепи. Вон. Она на цепи. Я ее зацепил, она как рванула за ней. Бедные мужики. Они сюда летели просто. Жозефиня. Жозефинь, иди, моя хорошая. Айда. 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 Сейчас я тебя отвяжу. Че, яйца ей отдадим? Сидеть. Сидеть. Одно яйцо. Второе яйцо. Ладно, что бы там ни было, уже все. Такие вот дела, народ. Все. На днях увидимся. Пошел я дальше заниматься покраской этой домом. Ну ничего, вроде так, ничего получается. Симпатично. Попозже увидимся.